пацана убили. Даже... Скар! Скар, Скар, Скар! Нет, стойте, знаете, как так давайте. Так, идем сюда наверх. Пробуем тебя найти, слить. Ага. Ни хера себе там, конечно. Майка, блин. Ладно. А, слушайте, здесь конец зон получается, да? Не знаю, просто. Ну, вряд ли здесь кто-нибудь. Потому что, блин, это конец зоны уже, типа, кто здесь может быть? Логично, да? Ну и кто здесь может быть? Просто здесь никого нету и не будет. Вряд ли здесь кто-то будет. Потому что, типа, это конец зоны, кто здесь может быть? И, ну, меня одно смущает, что здесь уже оружие валяется на входе, понимаете, да? Ого. Кто-то уже палит, по-моему, нет? Ну, здесь валяется очень много оружия на входе, и меня это как-то, как сказать, смущает. Слить, если тут кто-нибудь есть. Ну, я не удивлен здесь от никого. А, вон пацан, тихо. У него миниган. Пацаном, который был миниган. Походу у него реально был миниган, тупо с него зажимал. Да, это глупо на самом деле. Это очень глупо зажимать тупо с минигана. Да, у него в натуре был миниган. Я на самом деле удивлен. Давайте возьмем авапу. Думаю, она получше, чем Скар вот этот гребаный. Только вместо чего мне пулемет брать. Думаю взять пулемет вместо калаша. 107 патронов, найс, просто пулемет отжали. Чего? Как он меня убил, алё? Слушайте, давайте я лучше посмотрю за ним. Странный пацан. Это реально он очень странный пацан.
кого-то увидел, что ли? Ну, давайте вообще посмотрим, кого он будет стрелять. Он какой-то реально нечистый, вот правда. Братан, ты глупый? Походу, он реально очень глупый. Как просто можно так тупить? Ладно, чё он не тупит? Блин, просто пиздец. Как он меня так слил просто? Вообще пипец.